Научная деятельность нашей библиотеки заключается в подготовке и издании рекомендательных научно-вспомогательных указателей. Библиотека как самостоятельно, так и совместно с научно-исследовательскими институтами Камчатки издает научно-вспомогательные указатели. Ну, например, совместно с Институтом вулканологии и сейсмологии был издан указатель «Вулканы Толбачик». Совместно с Камчатской лесной опытной станцией был издан указатель «Леса и лесное хозяйство Камчатки». Вот. Кроме этого, сотрудники информационно-библиографического отдела ведут обслуживание разных групп читателей. Это и историки, и краеведы, и научные сотрудники. Мы помогаем им в подборе литературы, в составлении списков. Также библиотека организует и проводит исторические и краеведческие чтения. Например, крашенинниковские чтения. Результатом этих чтений является сборник материалов крашенинниковских чтений, изданных нашей библиотекой. Это своего рода такой научный бренд библиотеки. Библиотека в своей научной деятельности не стоит на месте и активно сотрудничает с научным сообществом края. И мы призываем молодых научных специалистов и именитых ученых принять участие в конкурсе на присуждение премии «За верность науке», а мы их, в свою очередь, информационно поддержим.